Уважаемые коллеги, друзья, вот и подходит к концу год 2020. Год, который ничего нам не предвещал в своем самом начале. Таких спадов производства, таких колоссальных производственных, экономических и организационно-технических проблем, которые мы столкнулись в процессе производственной деятельности. Безусловно, приумножив эти проблемы на позицию коронавируса, локдауна, ограничения передвижения, собраний и чисто человеческого общения, мы понимаем, что год был одним из самых трудных, которых мы помним, одним из самых больших по вызовам, которые мы преодолели. Преодолели, с моей точки зрения, с успехом, выполнив все производственные, объемные, экономические и качественные показатели по обеспечению основного производства стали лома черным металлом. Уверен, что те вызовы и тот опыт, который был приобретен и решен и накоплен в 2020 году, позволит этому коллективу профессионалов также эффективно выполнять задачи, поставленные на 2021 год. И эти задачи, да, они выше, значительно выше, чем в 2020, но сомнений в их выполнении у меня нет. Счастья нам, здоровья, финансового благополучия. С наступающим Новым годом, коллеги!